Мощнейший снегопад пройдет мимо Екатеринбурга. Циклон, который парализовал жизнь Москвы, уральскую столицу лишь слегка заденет. Поэтому начавшиеся сегодня днем осадки – это максимум, на который способна стихия. Хотя так просто зима не сдастся, прогнозируют синоптики. Тот снегопад, который прошел в Москве, он нас задевает краем. То есть у нас снег пройдет, ну, может быть, довольно интенсивный. Но будет в основном район Красноуфимска, это юг-юго-запад. На севере тоже будет, но небольшой. По словам метеорологов, начавшийся снегопад будет идти с перерывами день-два. На смену непогоде придет оттепель. Это подарок погоды к 8 марта. Потепление будет временным, и до конца месяца зима с устойчивым минусом из Екатеринбурга не уйдет. Правда, она была одной из самых теплых за 180 лет метеонаблюдений и весьма снежной. Кое-где в регионе осадка выпала в два раза больше нормы. Из-за этого в области велик риск наводнений. Спасатели уже взяли под особый контроль ситуацию с паводком на севере и юго-западе. В мирное русло большую воду будут направлять с помощью тротила. Лед на больших реках начнут взрывать уже в ближайшее время. А в населенные пункты, которые вскоре могут быть отрезаны от цивилизации, завозят продовольствие. Жизнеобеспечение на особом контроле в этих 8 муниципальных образованиях, которые традиционно могут, ну, даже нельзя сказать отрезаны. Они просто затруднено туда движение.